В этом году свой праздник социальные работники отмечают в 19-й раз. Для них этот день не просто торжество, но и повод напомнить людям, они готовы прийти к каждому, кому нужна помощь. В рамках праздника заслуженные работники социальной сферы получили почетные грамоты и благодарность администрации области и Заксобрания. Три социальных работника были награждены благодарностями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Ирина Челышкина более 20 лет трудится в отделе соцзащиты населения Коврова и Ковровского района. Получаю отдачу от своей работы. Мы даем тепло и получаем также назад частичку теплоты душевной. Очень приятно людям помогать, хочется людям помогать, хочется делать добро. Всего различные награды получили 15 соцработников. Сегодня в сфере социальной защиты Владимирской области трудится свыше 6 тысяч человек. Многие из них сохраняют верность выбранной профессии не один десяток лет. Их работа – это не только помощь людям, но и реализация нацпроектов и ежедневное решение множества задач. В руководстве департамента соцзащиты уверены – социальный работник – профессия не для всех. Просто людей случайных нет, это точно. Знать законодательство, уметь владеть им, рассказать людям – это одно. Но надо еще иметь большое сердце, чтобы оказать помощь, выслушать и понять, вот в чем нуждается человек. В рамках Дня социального работника на сцене областной филармонии прошел праздничный концерт. Яркие самобытные выступления подарил соцработникам вокально-хореографический ансамбль «Русь».